Ну, сегодня я закончила оформляться на группу. Мне дали вторую бессрочную. День-то у меня будет как бы свободен, и пойду. Мне предложила управляющая компания подъезды мыть. Тоже заработок будет хороший. В суд мне помогал Чокин собирать документы по поводу, чтобы меня восстановили в жилфонде в очереди. Ну, там, конечно, тоже много справок, много пришлось ему из своего как бы кошелька мне деньги давать, чтобы какие-то... Но собирали мы документы, получается, гусинская опека. Они все это догоняли. Ну и, конечно, газета помогла очень. Если бы, я говорю, вот Чокин, Александра Николаевна, и те люди, которые мне изначально подарки отправляли, Чокин привозил нам вещи, как бы те же даже продукты. Я бы не знаю, как я бы все это пережила, вытянула бы.